Ну ладно, поехали дальше. Только вот куда дальше-то? Куда я пришел-то? Сверху? Безопасность, уровень L. Основной отсек B1, медицинский B2, лаборатория B3. Я, по-моему, назад бегу, да? А, ну да. Чё я туплю-то? Карта же есть. Ну, извините. Извините. Бывает. Не все гладко в этой жизни. Иногда и подтупливаем. Вау. Лаборатория. Тут где-то хрен ходил. Блестящий. Кладелся. Вау. Что это? Это лучше не трогать, наверное, да? Это вообще не хочу я его тут... Зачем мне это трогать? Вы что, с ума сошли? Запорта. Не подходит. Это, конечно, все закрыто, че я? Кстати, а почему? Я осматриваюсь. Если что. Я понимаю, что его надо потрогать. Как же без этого? Не потрогаешь. Не кайфанешь. Сначала надо глядеться. Вдруг что? Вот, видишь? Это вам не надо. В этой игре... Так. Доктор Урик Харсгард. 30 сентября 1960 года. Сегодня отличный день. Кристаллы, связанные с ним постройки под атоллом, надежно защищены. И командир Невилл дал нам полный доступ к письменам. Эти руны... Мне не приходилось видеть ничего подобного. Командир Невилл считает, что они внеземного происхождения. Но я верю, что они принадлежат цивилизации гораздо более древней, чем все известные нам. Сначала... Расшифровка рун давалась мне тяжело, но, похоже, я обнаружил закономерности и теперь работаю над первым словарем. Другие этого пока не понимают. Некоторые даже заявляют, что это все выдумки. Но я вижу ясно прослеживаемую логику в расположении рун. Они рассказывают историю. Надеюсь, получится в грядущие месяцы разобрать что-то еще. Полчаса болтал, ничего полезного не сказал. Так, это что такое? То же самое, что ли, написано? Руны какие-то. Какие руны? Я из колхоза вышел и попал в лабораторию. Тут, скорее всего... Свиней селектировали, алло. Руны. Внеземные. Чё мы придумали? Все пути ведут вон к той хрени, которую надо потрогать. Это же понятно. Ну или нет.
Лаборатория лет, например, нифига непонятно было. Прям говорят, вот потрогай, уже хватит бегать, потрогай, хватит. Хватит бегать, чё ты бегаешь? Чё ты бегаешь? Чё ты бегаешь? Трогай давай уже. Ну блин, ну смотрите тут сколько проходов. Как это можно просто взять и потрогать? Просто так. Это ж неправильно. Дайте мне тут. О, видишь, вентилятор какой-то. Опа. Предохранитель нужен, да, где его взять? Хм, любопытно. Ну, блин, если не знаешь, где предохранитель, это можно 2 часа искать. Вообще-то говоря. А ты хороший? Вау! Он не агрится, и он вообще неосязаемый. Классный чувак. Предохранитель не знаешь, где лежит? А это чё? Наверное, лучше тоже не трогать. Ну. Что такое? Слушай, прикольно. Интрига. What the fuck? Слушайте, темно, темно. О, так получше. БГ, РН, Y. Вот это Т или И? ИЦУ. Ключ от подвала усадьба. Ключ от подвала нашел. Ой. Подожди, он дамажится милишкой? Нифига он не дамажится. Это я назад прибежал, да? Ну-ка пошли в усадьбу сходим, нафиг. Так вот где это? Золотые. Подожди, а это что? А, это исходный блок. Сидела я на крыше. Блин, а тут... Тут яркости уже слишком много. Где это было-то? Вот здесь где-то вроде, да? Угу.
подошло, ёбана. Давайте не будем читать, а, пожалуйста. Может быть, это не надо ничего? Опа, колечко авангарда. Так, кольцо авангарда. Заряженные атаки в ближнем бою уменьшают получаемый и наносимый урон на 4% и повышают агрессивность врагов по отношению к владельцу 15 секунд. Эффект суммируется до 5 раз. Заряженные атаки. Все. Заряженные или зараженные? Я вот что-то... То есть вы мне предлагаете милишкой биться. Все-таки, да? Да ладно. Это что, читать все надо? Не, ну я не хочу читать. Почему я это должен все читать? Пожалуйста, не надо. То есть я сюда шел за кольцом. Не дали какую-то хреноту. Заряженная атака — это вот это. Все, мне предлагаете милишкой биться, да? И все, что ли, больше тут нет ничего? Как так-то? А интриги было, интриги, ключ, подвал, дверь. Думаю, сейчас все тут. БФГ найду, как минимум, бля. Угу, нашел. Пойду обратно. Так. Мне, видимо, вниз. Сказал я себе и тут же ошибся. Просто гениальный геймплей. Мой геймплей, в смысле, не игры. Ладно, куда тогда идти? Чучело, ты будешь со мной биться или нет? Ладно, пойду трогать эту фиговину подозрительную. Medical Bay. Может быть, если ее потрогать, вот эта вот хренота исчезнет? Что-то найти, теперь ее надо. Где она была? Сейчас еще полдня эту хрень, наверное, буду искать. Но у меня не туда завернул опять.
Так, тут этот самый предохранитель. Как бы это все запомнить еще? Предохранитель брать непонятно. Сейчас какой-нибудь вентилятор залазить. Тут что, тут я был, по-моему, да? Тут ясен перед закрыто. Давай. Это, видимо, другой мир. Ну-ка. Ага, точно. И тут вот все сагрились, да? Разумеется. Параллельная вселенная. Ай, больно. Ты какая-то... Ты какая-то не очень. Блин. Ха-ха-ха, застрял. Как жирный. Не понял. Как тебя убивать? Кто говорит? Он меня убил? Ваншотнул просто? Ну, там не ваншот, конечно, был, но... Это как-то не по-человечески сейчас было. Что ж с тобой делать-то, зараза? Может быть, на тебя тогда лучше вот эту хренату надеть, да? Снежная буря. Может быть, его и не надо убивать? Такое может быть. Может быть, надо просто активировать и пробраться. Блин, а я не отдохнул, да? Ну ладно, пофиг. Thank you.
1960 года. Сегодня отличный день. Кристаллы, связанные с ним постройки под атоллом, надежно защищены. Полный доступ к письменам. Зараза. Эти руны... Мне не приходилось видеть ничего подобного. Командир Невилл считает, что они... внеземного происхождения. Они говорят, что они просветлены на ближайшем будущем гораздо более требующего сообщества. Сначала... Сейчас он меня опять убьет. А его вообще убить-то можно? Блин! Какого хрена ты лечишься полдня, а? Иди твою маму, а? И почему тут хрен был полумертвый? У меня два вопроса. Они наступают. Кто наступает? Ты в другом мире. Иди сначала. Слизь он тупо трогай левой рукой. Так. Ну, здесь все еще закрыто, да? Как же эту кракомозику убивать? То есть это дамажится, что? Что делать? Ау. Ну, что-то не убивается больше. Блядь, сейчас опять сдохну. Он не убивается. Я не понимаю. Я не понимаю. Он не умирает. Загадки, блядь. Для первого класса. Я
Понятно. Ай. Это покойник, да? Ну да. Особенно если перекат вовремя не срабатывает. Мысленный блок. Ну, блин, я еще долго тут сейчас ковыряться буду. Походу. Пока не воткну, что делать. Наверное, надо было читать, чтобы понять. Но мне лень, как обычно. А, это просто по кругу. Что? Так, это закрыто. Блин, неудобно их этим вот этой пуколкой убивать, конечно. Вообще неудобно. Блять, опять сдох. О май гад, за что мне это все? О! Вау! Вообще нелегко было. Вот это как открывается, оказывается, да? Окай. Полчаса всего надо понадобилось, чтобы понять. О, господи. Адреналин, ну, закаленное железо, и все, да? Ничего не выводит. Как так-то? Пипец, потеряться. Как два раза обоссать. Закрыто. Здесь нужен
ключ-карта, которой у меня нет. Которую хз где взять. Сюда я пришел. Ну идем сюда, ладно. Так, тут что? Тут я заходил, да? Сюда я заходил. Здесь закрыто, естественно. В окно залезть нельзя. Или вы мне предлагаете опять идти активировать эту слизню эту? Там вот проход какой-то был, ладно. У меня почему-то такое ощущение, что вот этот хрен, это тот, который... Сюда же можно запрыгнуть. Алло, попрыгивай. А, не, нельзя, тут стекло ламинированное. Вот этот хрен, который ходит, это тот мужик с магнитофона, превратившийся. Блин, опять синяя. Ну это, конечно. Это, конечно, совсем не так. Прежде чем активировать ту хрень, надо понять, куда потом бежать. Потому что я сейчас активирую, меня тут грохнут, и все. Нафига я это делаю? Ладно, молчу. Еще странно, что они не убиваются. Как их инвейдить? Оббегать, что ли, все время? Или что, бегать от них? Ну так неинтересно. Что будет, если актив... Не, ну понятно, что будет. Опять в другой мир. А куда идти-то потом? Так, тихо. Ага, во, вот сюда идти, понятно. Потом идти сюда. Теперь осталось понять, как это сделать быстро. Осталось еще ее найти. Так, это значит туда, налево. Давай, попробуем. Да. Блин, больно. Блин, ты что? Блин, зараза. Ага. Ну, окей. Справилась.
Не, ну блин, мне такой геймплей не особо нравится. Ну ладно. Никто тебя не спрашивает, в общем-то. Пыль ярости. Вот эти вот загадки, вот эти. Сидели две мартышки на крышке. Адреналин, железо, не железо. Пройти-то как? Туда вон хочу. Давай. Через окно. Потом сюда, правильно? Абсолютно точно. Тут лежит... Так, ключ от служебного помещения в исходном блоке. Угу. Доктор Урик Харсгард. 7 июня 1961 года. Я сделал невероятное открытие. Да ты чё? Кристалл может быть вовсе не источником питания. Автор рун, называющий себя Костелапом, называет его Камнем Мира. И предполагает, что камень можно использовать в качестве устройства наблюдения или даже транспортного средства. Да ты чё? Сначала я думал, троллейбус. Что они описывают страну Костелапа, возможно, некую доисторическую цивилизацию на отдаленном континенте. Но позже я пришел к пониманию, что автор вовсе не из нашего мира. Он или она может даже не быть человеком. Расшифрованный мной отрывок повествует о множестве разных миров, полных боли, страданий и смерти, а еще о том, как народ Костелапа развился, отринув страдания и смерти, и теперь жаждет поделиться своими знаниями. Я верю, что достичь этих иных миров, пусть не физически, но хотя бы виртуально, руны рассказывают о связи разума с разумом, которая позволит видеть иные миры и даже говорить с ними. Может быть, да ты заткнешься, нет? Найдется и ключ к нахождению мира самого Костелапа. Такой объем новых знаний не просто осознать. Некоторые, например, капитан Форд, просто не хотят в это верить. Они даже не читали руны. По какой-то причине они на это не способны. Они даже азбуку не читали. Какие руны? Не какой-то летописец из племени дикарей. Он рассуждает о науке с поразительной точностью. Понесло чувака. Кажется, нам магией может быть просто неизученной нами областью научного знания. Я объяснил, как подключить разумы добровольцев к камню мира и отдал соответствующие указания. Мы начинаем эксперименты немедленно. Если Костелап действительно лишь необразованный дикарь, то довольно скоро мы это поймем. Но если я прав, то это может изменить все наши представления о Вселенной. Угу. Может. Конечно, может. Я сейчас изменю твое представление о Вселенной, если выход найду. Мне вот предохранитель нужен еще, да. Почему теперь не разобраться, куда идти? Чувак, предохранитель не видел тут? Нигде ходишь кругами. Наверняка я встречал. Я отсюда выход никогда не найду. Так, там была вот эта вот хренота, правильно? Которую опять зачем-то можно потрогать. А зачем, кстати?
Стоп, подожди, она отхиливает, что ли? С хера она должна отхиливать? Неясно. А, во! Вот сюда я не могу попасть, да? Кто-нибудь любит коридоры? Бля, не тот ключ. Точно не... Бля, ну не тот. Чувак, выход не видел тут? Чтобы у вас все отсохло. 20 часов тут бегать, чтобы выход найти, твою мать. За что мне это? Так, ага. Где была дверь? Где была дверь? Дверь была где-то... Где-то... Где-то вот здесь. Угу. Уже кое-что. Хоть что-то, точнее говоря. Так, это, наверное, шор, да? Нет? Радиация. Я туда не пошел. Блин, еще одна. Вагина. Ты сюда залез, твою мать. Года. Первые блоки столкнулись с этим проблемой. Следующий блок А2 оказался замешан в массовых самоубийствах, произошедших ранее в Сиэтле. Теперь от блока 3 остался лишь выжженный каркас. Похоже, все эти происшествия — результат ошибочных расчетов в отношении спящих. Их разумы не смогли справиться с реальностью, с которой они столкнулись. Таково мое предположение. Ходили слухи о закрытии блоков, но записи Костелапа предупреждали о возможности подобного. Другого пути нет, если мы хотим спасти наш мир. Объединившись разумами с самим Костелапом, то эти жертвы необходимы. Все знают, что стоит на кону. Говоря простым языком, либо мы достигнем утопии, либо нам придет конец. Какого хрена меня здесь заперли, алло? Ну вы вообще молодцы. Ага. Все, мне предлагаете вот эту хренату теперь ликвидировать. Блин.
Блин, их тут еще и не один. Офигели, что ли? Да ну, блин, ну... Че за херня? Почему я их убить-то не могу? Да пошел ты! Но они не убивают тупо. Что толку я по них стреляю? Блять. Мне вообще не нравится такой геймплей. Какого хрена? Вот в снежной локации было прикольно. А тут что-то... Так, подожди-ка. Запустить реактор. Ну, допустим, и чё? Ага. А, то есть вы хотите сказать, что это босс? Ну, типа босс. Ну да, рай, чё? Еще одну надо сделать. Туман не развеялся, значит еще одну надо делать. Чё эти дыры дают-то? Ну проход, и... а здесь-то прохода нет. А, вон еще одна, да? Так, понять бы, как туда проще бежать с лестницы направо. Она еще и милишить может. Ок. Собака страшная.
Так, я сказал направо, а сам налево побежал, да? Молодец. Блин. Дальше ты чё? Так, ну, что будет дальше, все мы узнаем в следующей серии, потому что у меня... Место риф пока.